Здравствуйте, уважаемые садоводы. Посмотрите, какая смородина. Я такой смородины еще не видела. Земля здесь очень сухая. Глина с известью, консистенцией бетон. Колхоз от этой земли отказался. В прошлом году это растение представляло собой тоненький стебелек с маленькими, очень бледными, мелкими листьями, которые осыпались. Листовые подкормки почти ничего не дали. Я сделала валик вокруг корня из веток и земли и вылила в образовавшуюся лунку где-то ведер 10 подкисленной воды. Также добавила кислое удобрение по норме и травяной настой. Осенью на расстоянии 30 сантиметров от корневой шейки я сделала ломом углубление и где-то 4 штуки и засыпала туда по столовой ложке аммоний сульфата в перемешку с амофосом. В этом году я не подкармливала и не поливала эту смородину. Сначала она очень бурно росла. Ну вот сейчас я вижу, что некоторые листочки уже посохли. Сейчас буду поливать опять. Листья на этой смородине как на винограде. Вот смотрите, какой лист. А в прошлом году были вот такие. Все, спасибо за просмотр. Пишите комментарии.